Здорово всем, сегодня мы играем на сервере Беброград. Если что, IP оставлю в описании, сможете тоже зайти, подключиться, поиграть. Да, зайти, подключиться и поиграть, это, конечно, хорошо. Но посмотреть этот ролик в виде монтажа с угарными моментами еще лучше. Так что переходи по ссылке в описании и смотри его. И ссылку на группу ВК тоже. Так, я хочу сегодня погонять за Иисуса. А, ну, мне не получится этого сделать, к сожалению. Чё у меня по привилегиям? Мне не слетело случайно модрока. Я VIP, получается. Ну, хорошо. А модрку я, значит, не смогу купить. Или смогу? А ну. Типа, чтобы я по-быстрому челиков наказывал, если будут нарушения какие-то. На 7 дней разное. На месяц, на один день. Навсегда. О, зашибись. Вопросительный знак. Что? Что он хочет? Ладно, окей. Возьму, ну как обычно, короче, возьму, хотя стоп, я же могу вот так сделать. А, нет, не могу, вообще менты заняты все, серьезно? Один мусор. А это вон, да. Пять мусоров обычных и три мусоровоза. Ну, в принципе, не знаю, этого кажется маловато, потому что грабителей сколько, бандитов, ужас. Уррр. Не люблю я, когда так много бандитов, и поэтому я сегодня стану еще одним очередным бандитом, да. Супер. Кажется, ну так оно и будет. Вип-грабитель, бандит обычный. Окей, что поделать. Возьму я себе валюту, наверное. Потому что я хочу челиков ходить грабить. Мне сегодня не кайф вообще что-то там бегать. На маниках сидеть, если вы, думаю, понимаете, о чем я. Ну, это будет нудный видос. Вам он не понравится, сразу же говорю. А так я броней заряжусь, пойду сейчас домой куда-нибудь. Тут чел что-то выставил. АВП одна штука доступна, АК-47. Ну, я авик возьму. Оба, подъезд переделали, кстати говоря. Вообще, в принципе, карту отредактировали. Вы можете снова зайти ее оценить. Первый вариант был не совсем удачный. А теперь все нормально. Ага, понял. Супер. Как я понял, это маньяк. Мамура 3-7 меня убил. В общественном месте. Правильно? Правильно. Сейчас накажем челика. Мамура 3-7. Скопировать Steam ID. Общественные места. Я сейчас объясню вам, что это правило значит. НЛР, Power Gaming. Действие общественных мест. Действие в общественном месте. А в общественных местах, таких как ПУ, мэрия, улицы, подъезды, домов, крыша мэрии, крыши ПУ, запрещается делать любые криминальные действия. И также камеры NPC считаются за свидетелей. Бан 30 минут. Вот, все. Теперь. Ушатать челика на 30 минут. 2.0. Все, сидит, нюхает бебру, челик. А он что, вышел что ли из игры или что, я не понял. А, лол, он ливнул, да? Да, он ливнул. Ну, пусть сидит. Значит, а стоп, если он нарушил правила и ливнул, это ж можно ему больше выдать наказание. Он, в принципе-то, это заслужил. Правила для криминалов, правила для администрации, разбор жалоб, место для вашей рекламы, телепортация, физган, фрибан, нет, не то.
А где это находится правило? Касаемо пропов, оскорбления, правила чата. А вот массовое нарушение, помеха разборкам, попытка избежания наказания. Так тут вообще профессии по нулям. Один день бана, 2.13. Лесоруб. Один день бана, 2.13. У челика пойдет, значит. Нихуя, ты, по-моему, не за того зашел. Все? Да, супер. Нормально. Так, броню я просрал, меня с двух ударов с ножа положили, как я понял, или с трех. Да, просто супер, класс. Оп-оп-оп, нормас. А, тут еще и стены возвели вокруг города, вот оно как. Немного, короче, оно придает такое вот чувство того, что вообще карта уже, ну, все, она не слишком большая. Из-за стен этих. Четырка. Потому что вы поднимаетесь вот сюда наверх, не обращайте внимания на иерорки. У меня на этом аккаунте проблемы какие-то вообще лютые с этим. Вот. Вы когда сюда поднимаетесь на обычном банклаве, у вас там еще дальше, типа, город продолжается. И это, ну, мне кажется, неприкольно. Важно сразу обозначить границы. Оп-оп-оп. Допрыгнул. Есть, допрыгнул. Еще и хп не потерял. Супер. Ой, убирай, Санин. Санин, убирай. Так, я бандит. Значит, мне надо... Что? Мне надо бинт какой-нибудь сделать. Так. Бинт. Бинт сей. А, бинт N, наверное. Или какую клавишу там? А, ну да, на N поставь. Бинт N. Say. Я делаю бинт, потому что я не юзаю voice chat на этом аккаунте, чтобы не палиться. Нет, не биндится. Ну, а я ж... А я как вписал? Может, мне надо в кавычки? Типа, я не знаю, если честно, как это делается. Нет, не биндится мне ни хера, значит, будем пытаться... О, супер. Класс. А чё у меня вообще? Я не могу понять. У меня на этот аккаунт нормально не становится вообще контент. Внимание на это не обращайте, серьезно. Если вы зайдете правильно, установите контент, то есть все сделаете как надо, то у вас проблем не возникнет. Вот челики стреляются с кем-то там. Нормально, нормально, нормально. А вообще я могу притвориться таким типа простачком-идиотом, который тут лазит, лазит, чтобы меня какой-нибудь чел в подъезде прямо и ограбил. Что он делает вообще? Что, дебил, что ли? Я никуда не иду, я не пойму, что происходит. В синей шапке, мочи в синей шапке. Снизу, снизу, в туннельчике. А, так его можно за ПГ выкинуть, вообще супер, класс. Туннельчики между мэрией. Тут же ментов до хера просто, он на каждого кидается, стреляет. Он что, вообще неадекватный, что ли? Демон, ЛР, Power Gaming. 1.3, 15 минут. Супер, вообще какой-то урожайный сегодня день. Я обожаю, когда людей много. Так. Гуляй, чел. Иди день, там, не знаю, в бане развлекайся. Сейчас он ЖБ подаст, отвечаю. О, теперь можно не терять хп, вот так спокойно перескакивать и отсюда, и оттуда. Еще. А, да, это ж с того стрима карта, просто доделанная до конца. Супер, да. Еще прочь.
прическе. Нифига не грудная раса. Блин, я-то думал, они на меня накинутся, чтобы меня ограбить, но ладно. Оба. Понял. Кто меня тэпнул? Он классный мужик. Сука, в шапке, в шапке. Понял. Ля, они опять там махач устроили какой-то. Помнишь? Кто жалобы, я не могу понять, принимает. Шо? Что происходит? Ага, и очко тех людей, которые очень плохо. Здрасте, у вас жалоба на этого человека за фриджал. Посмотри, это данный модерат. Ну и? Да, чё, данный модерат. Забанил этого. Покойник мамы. А, Копчанка, ты меня слышишь? Копчанка, ты меня слышишь? Там были, там смотри, у него тоже жалоба. Я не понял, что он жалуется? Жалуешься? Копчанка, слышно? За что ты зафрижаешь? Руфак, да, Руфак. Вот это вот. Руфак, смотри. Руфак, смотри. Вот он же молодой из России. А не он. Он... Получается, у него... Хорошо, у него жалобу подожди. Что происходит? Что за базар? Я не могу понять, куда я попал. Он за роль гражданина? Так он не может тебе написать. Он за роль гражданина? Что происходит? Он поменял ее ник. Он поменял всю, вместо слова гражданин написал полиция. Это можно так делать? Это не нужно? Что происходит? Мы можем поговорить уже насчет этого? О, админзона новая. А, ну, вот вы выдайте тогда ему плюсу, если у вас все равно на него жалобы его задержали. У нас на него жалобы, у нас жалобы на хач-нюхач. Так, слушай, ты можешь ретурнуть «Служу России». А, хотя нет, давай ты будешь говорить, потому что забаненный говорить не может. Я с тебя бунтую. Давайте, тут потише будет. Так, ну я слушаю жалобу. Давай, что у тебя случилось? Ну, смотрите, данный модератор забанил вот это вот, полковника Мамурина за Power Gaming. Когда мы втроем выедили... Мы вдвоем были около дома, а этот третий отстреливал ментов, которые на нас нападали. На крыше. Если я правильно понял, вы вдвоем рейдили данного человека, а вот этот товарищ сидел, ну я понял, он сидел на крыше и отстреливался со снайперской винтовки, правильно? Нет, с калаша он, кстати, расстреливал, но это не суть. Да. Хорошо. Ну, тогда. Ваша версия. Изначально было так, что они реально стрелялись вдвоем, втроем против копов. Изначально было так, что они реально стрелялись вдвоем, втроем против копов. Но потом, когда я поднялся на крышу, я увидел, что остался он один. Остальные разбежались. Один точно побежал в сторону ангара. Я думаю, вы это видели. Один точно побежал в сторону ангара. А он соло продолжал стрелять по ментам. На крыше был только полковник. Я вам сказал, вот не мешайте разборкам, их уж ведут. А что, собственно, сделают они здесь? Если ему выйдут нарушение, то выйдут. Так, блядь, Фантом, во-первых, ты с Евпампием уходишь. Вот, я ребят, знаю. Я не могу, он сам лежит к вам. Ёбывайте с моей разборки, пожалуйста. Так, ну, сколько вас а было ментов? А чё тут левые типы делают? Я их убрал уже. Окей, хорошо. Что-то такое. Хорошо, мне этот чел не нужен прямо сейчас на разборке.
И что он с вами был? Отлично, мы сейчас разбираем жалобу конкретно на так, одного ну человека. Ну я рассказал. Давайте, ну, не будем... Дальше что? Да. Дальше серии. Что? Ну, я не вижу здесь нарушения... Касательно нарушения правил администрации. Все правильно, бан был выдан. Справедливо. Ну вот. Хотя я... Вы так и не сказали, сколько было полицейских. Они поднялись на крышу минимум четверо мента. Серьезно, пролистайте назад, там был чел реально один. К нему поднялись несколько челов, ментов. Да, да. Так понял, ваша версия не совпадает, далеки. Да? Хач, не хач. В итоге... По нему стреляли и попали по мне. Ну, я тут как бы сам виноват. Я... Но тут я сам виноват. Что не сообразил сразу, что к чему. По мне попали. Алло. Чё? Хорошо, давайте не будем выяснять, в чем проблема была уйти, конкретно нарушение Power Gaming. Если верить версии нашего модератора, Power Gaming тут бан за Power Gaming оправдан. А нарушение правил администрации я здесь не вижу. Ну все. Чтобы на 100% я мог оценить ситуацию, мне нужна демонстрация экрана со стороны обвинителя. Если такая имеется, можем пойти в Дискорд или можете скинуть ее на любой видеохостинг, я посмотрю. Давайте, смотрите. Имеется такая возможность, нет? Да, нет, хорошо. Еще какие-то вопросы касательно данного администратора будут, точнее, модератор. Давайте, смотрите. Я пойду играть, если что, типните. Демонстрации экрана нету, значит, все, к вам никаких претензий нет, удачно. А, ну все, я помчал тогда. Так, ну что, первая жалоба короче, закончилась. Слышишь, я пошел спать, так что давай пока. Пацан спать пошел. И тебе не хворать. Ля, позитивный, добрый чел. Боже. Ай, блядь, я забыл, что меня сейчас ограбят. Я его не собирался грабить. Ну ладно, окей. Видите, какое скептическое мнение у людей насчет грабителей. Если это грабитель, то он меня сейчас по-любому ограбит. Потому что он может делать максимум, это грабить. Это настолько беспомощная профессия, что ее максимум это реально грабить челов. И все. Так, еще дальше челов ищем на нарушение. Там что-то мент хочет докопаться до кого-то. Ну-ка. Арестован за убийство. Стой. Кто? Зачем? Там чел с маньяком. Ты не будешь ничего делать? Где? Ты не будешь ничего едлать. О-о-о, ну здесь вообще админобус. МНП, лох, клабий. Чё? А? Что ты сейчас высрал? Что ты сейчас высрал? Это предложение было? Там маньяки были. Ты видел. Это было связанное предложение или сделал. Ты просто что-то высрал? Я уже посадил одного чувака, который убил. Да ты чё? Да ты чё? Да, урыл. Вот он заносил их. Зайди, чекни. Зайди, чекни. Чё? Слышь, вылазь оттуда, вылазь, слазь, не прыгай. Ну, заходи, господи, твою мать. Он сейчас, наверное, ствол достанет, раскидает нас всех. Где трупы, где убийство смерти? Денежный принтер.
О, нихера, можно мне его? Забирай, мне не... Нахрен она вообще за мента играет, я не могу понять. Мне 2500 за принтер дали, ты деньги просрал, поздравляю. Зачем он играет за мента, объясните мне, я не понимаю, он дурак что ли какой-то или что? Он какой-то реально, ну, отсталый. Не поймите меня неправильно, Red Point. Сейчас понизим его. Уволить игрока. Хочу, хочу. Негр сдох. Так, на меня бахнули, ну, бывает. Негр умер. Лечите негра, негра лечите, лечите. И его ударят по лицу. А что, мне киллер бахнул? Или... Ну да, меня вип-киллер убил. Чел, ну, бывает. Так, чела я понижаю. За что? Понижайте. За что? Он не знает правил игры. Жесть, жесть. Кто? Моя игра, моя игра. И занимает слот. Как и я, моя игра, моя игра. Медик, здравствуйте. А что, нарушил? Можете, пожалуйста, это самое? Да, он понимает, по правилам играет. Какие правила? Он глупый просто. Джефи, а ну, кто глупый? Ты, может, ты глупый? Я не с тобой говорю. Я не с тобой говорю. Ты его глупым назвал. Здорово, глупые. Емельян Пугачев. Опа, а ну НРП. Называют, а... За это они наставляют на людей оружие. Я тоже, кстати. Сейчас, подождите. Будем знакомы. Нон РП. Алло, это прачечная. Нон РП. 1-1. 20 минут. Артём, давай уйдем отсюда. 1-1. 20. Оба. ББ. ББ. Я буду до любой херни докапываться, это же весело.